Все эти игроки готовятся нажать на газ, чтобы снести своих соперников. Команда, чья машина остается на ходу последней, выигрывает Discord Nitro. Сервер, разрешай двигаться! Полетели, родной! И все! У нас колесо! Колесо, да! Вы достали, колесо верните! Пока Тимоха пытается вернуть колесо, успейте поставить лайк и подписаться на канал, ведь рандомный комментарий под этим видео получает игру DayZ. Вот и началась эта гонка тысячелетия. Сейчас главное вот этого... Да давай я его сейчас собью, нахуй! Они меня ебнули! Я задавил! Вон они, ребята, едут. Здорово! Следите за тем, кто после старта стоит больше 10 секунд, должен выбыть. Сюржик, Яшку прижал! Яшка, ты должен двигаться! 10 секунд! 10! 9! 6! 5! Я минус 2 сделал! Меня задавили, пока я считал! Они без сознания, они без сознания. Я их выбил. Ну ты гадость. Нет разума. А мы не можем. Почему? Тихо, меняю. Замена. Давай, стоп. Давай. А нечем. Заводи. Дед Караед, ты тоже выбыл, потому что ты слишком долго стоишь. Кажется, вашу машину уже вывели из строя. Тебе кажется, это аномалия. Отдай колесо! Да за что? Меня угнали колесо, и потом меня вытащили, я вышел, чтобы дать ему пи***ов, но мне дали первому. Парни, мне нужна кровь, убейте их! Да мы пытаемся вместо раннего колеса! На, хорошая! Вы живы? Но вы остались один на один с другой командой! Кто-то из вас побеждать должен! Наша тактика себя оправдала. Удар! Вы заглохли! Они встали. Раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Девять! Десять секунд стоит! Вы не сдвинулись за 10 секунд. Вы занимаете второе место. Парни, вы выиграли первую игру. Каждый из вас получает Discord Nitro. Да, его. Чтобы определить еще двух победителей, мы составили огромный раллийный маршрут через всю карту. Один из игроков в команде должен взять руль и смотреть на дорогу, а второй, смотря на карту, говорить, куда и когда нужно поворачивать. Команда, которая придет к финишу первой, выигрывает Discord Nitro. Поехали! Помчали! Поехали! Надо, короче, врываться вперед. Ау! Выкатываемся к двору! Чтоб нас, главное, не врезались. А нас сейчас хотят врезаться. Направо! Подрезай его! Есть. Оп. Меня заносит в левый. Справа от нас чел. Че вы тут делаете? Давай вторую включи. Куда? Ай. Дурацкие хуйососки. Смотри, сколько врезалось. Двое. А, сиди, лох. Я вас сейчас сколько всех убью там. Наигрались, моя машина. Смотри, еще. Лошара. Так, сейчас лево. Прямо. Вот сюда. Хоть ты оторвался, почти давай. Давай, третья, давай, родненькая, давай. Это был красивый мув. Так. О, на подъеме, давай! Бах! Ты чё? Профессиональный пилот Формулы-1, говорю? Да-да! Не пропусти поворот. Налево! Это заехал на заправку. А этот вообще развернулся! Почему он развернулся? Просто, ну их всех послали, почти. Бля, сердце бьется, нахуй. Да ты прям все, ты расслабь булки, просто едь, как тебе Саня говорит, не мандражируй, все хорошо. Ты чисто психолог, нахуй. Я в тебя верю, братишка, ну смотри, у нас есть штурман, у нас есть психолог, у нас есть паштет, который за рулем, все нормально, все четко. Куда? Стоять! Мы тут едем. Да, туда! Да куда ты в елку? Нет, иди, блядь! Кстати, в этой гонке одновременно участвовало 40 машин. И как вы можете заметить, на сервере не было ни одного лага. Все это потому, что нашу игру обеспечивал хостинг XL Games. XL Games — это крутейший хостинг для самых требовательных игр. Days, Arma 3, Squad, Minecraft и даже GTA 5 5M. Все это очень легко и мощно хостится на XL Games. Даже такой мамонт, как я, разберется, как настроить сервер. Все моды на Days я поставил через удобную панель управления. И никаких манипуляций с файлами или программированием мне не потребовалось.
Ну а если ты профессионал, выделенные сервера с RDS с доступом также доступны на XL Games. Speak English? Well, у XL Games доступны множество локаций серверов по всему миру. США, Германия и Финляндия готовы стать штаб-квартирой вашего Stalker RP сервера. Переходи по ссылке в описании и заказывай сервер на xlgames.pro. Прямо. Мост! Они боятся мостов. А здесь куда? Прямо. Налево! Налево! Нет, налево! Они съехали на лузеры! Прямо, да. Прямо. Ага, точно прямо? Вот не это прямо. Своего не туда, пацаны! Бля, да пацаны, куда вы едете? Ёбаный шашлык! Вы за вами, блядь, ехали, думали вы умные. Два в дерево их, опа. Слушай, по-моему, мы вообще идем первыми, как тебе кажется? Караед не туда уехал, но он первее вас был. Давай подождем. Стой, у нас это, у нас поломка. Ааа, пиздец! Что происходит? Срочно, колесо отпало! Они уже близко. Ой, не так, как? Это... Тоже не то! Чини, ёбаный ад, чини, блядь! Двоих задавим. Ставь быстрее колесо! Бля, я хотел их задавить. Поехали, капот закрывай! Давай! Поехали! Мы поход забыли. Аккуратнее, не врезайся. Заблудиться бы не хотелось. Ехали, точно покажете. Сейчас будет поворот направо асфальтированный. Прямо сейчас? В ближайшем будущем, да, где-то тут. Вот они! Давай! Газ! Так, я буду это, аэродинамику создавать. Я машу дверьми, чтобы ускорить вас. Так, а тут как проехать? Приехали. Они по правой стороне едут, а мы проедем прямо под этим. Нет. Да, вот тут. Левей. Прыжок. Нет. Оп. Все. Газ. Давай. Сейчас опять поворот. Вот, видимо, это он. А, мы куда-то приехали. Не, мы едем дальше. Куда дальше? Жесте, куда ехать дальше? А, да, все верно. Все четко. Да. Все четко. Давай, гони. Гони его, сорочка. А сейчас куда? Я не знаю. А вы где? Мы? Нам налево, наверное, надо. Тут заборы! Блядь! Ну, закончили. Мы приехали. Пошел ты в жопу, водитель хренов, я пешком побегу. А вы это что за хуйня? А вы кто такие? Уга-буга. Сука. Давай, шина заглохла. Заводи. Да я завожу. У вас колес нет? Экспози, дай шанс. Давай, я дам вам колес. А, вас починили? Огонь. Закрыто нахуй. Открывайте нахуй. Приезжай, закрою. Да сзади едет кто-то, быстрее закрывай. Пацаны, какой пот. Какой у вас тут пот вообще происходит? Притормози подрешиву. Дед Крэд перед вами закрыл от ворота. Приезжай. Нет. Да. Хорош. Что вы сделали? Вы на ворота их поймали. Я знаю. Яшка. Да. Как так, у вас? Я уже начинаю очковать. Как только ты заходишь, у меня сразу руль влево-вправо кидается. Смотри, что если я скажу тебе, что на этой дороге есть особые препятствия, к которым вы подъезжаете? Ну, может быть, и мины. Просто, понимаете, вы подъезжаете к очень опасному охраняемому объекту. Я не уверен, но там может быть заминировано. Так, либо он байтит, либо он что-то знает. Короче, я предлагаю, чтобы ты сейчас пробежал вперед просто, а я на тачке буду за тобой ехать. А то что-то, слушай, мне вот эти его штучечки не нравятся. Беги, сука, беги! И я вас поздравляю! Парни, никаких мин не было. Поздравляю, вы пересекли линию этого шлагбаума первыми. И вы выигрываете Дискорд Нитро для каждого. Финальный заезд состоится на трассе. Команда, которая пройдет 3 круга по треку первой и не вылетит за обочину, выигрывает Дискорд Нитро. Поехали! Удачи, пацаны! Я лечу как зверь! Тут прямо... Нет, ты хорошо себя чувствуешь. Пошли там и ебались. Нет, он в итоге первее тебя, Илья. Ты что здесь? Да поехали. Господи. Вы сам пошли, куда ты? Да нет, у меня этот, как он, летит она. Да ты куда? Давай, блядь, ротненькая. Делаем вот так вот, смотри, опа, красненького, нахер его. Опа! Меня тут врезаются нахуй. Мне колеса просто, мне в жопу врезались, колеса сломать. Гоним. Гонка нереально напряженная, и это еще только самое начало. Я сейчас всех выиграю. Тут парень хотел снести с другого трассы, в итоге сам улетел. Вот она, карма, ты понимаешь? Мгновенная карма. Первый. Хорошо. Но они даже не в поле зрения там были. А ну сколько можно? Да давай я сажусь, блядь, за машину, за руль. Давай. Выходи.
Эй, слушай, давай едь, бля. Ай, хорошо. Борг, он у нас давай. Колесо забирает. Пит-стоп, пит-стоп, это пит-стоп. Откуда у тебя пистолет, слышь? Вы оба дисквалифицированы за войну. Добби, дай мне свой пистолет. Верни мне оружие, Добби. Здорово! Давай, давай, гони, гони. Подбросишь, слушай, подбросишь меня, у меня волына есть. Садись. Ты идешь третьим. Нет, раз, два, три, четыре. Четвертый. Ну вот сейчас уже пятый. Я сейчас шестой буду. Да. Не, мне кажется, мы реально, типа, в видосе попадем как минимум, потому что мы уже два круга первые. У меня машина заглохла. Это не заводится? Нет, у тебя нет колес. Вот и все. Профессиональный гонщик завершает карьеру. Да. Теперь я становлюсь профессиональным оператором. Полетели. Все, поехали. А как назад, блядь? Тогда вторую сразу. У меня вторая уже. Все, я пошел, фон. Опа. Сосать, лохи, сосать. Здравствуйте. А похуй сбивай, давай прям в лобовуху, давай-ка мы бьемся. Да нахуй. Ты, давай решай, бля, ты, бля, выходи из машины. Машина, выходи, ты что меня сделал, врезал? Машина, выходи, ты, говорю, блин. Все, мне кажется, не все обосрать. Парни, поздравляю, вы только что выиграли Discord Nitro, потому что вы финишировали в этой гонке первым.